Меня зовут Денис, и сегодня настал момент снять тот видеоролик, который я должен был заснять еще недели две назад. Сегодня хочу показать то место, в котором я буду жить в ближайшие полгода и уже прожил две недели. Хотя я думаю, что даже то, что я здесь уже прожил и снимал видео вам через некоторое время после того, как я сюда заселился, будет получше, чем если бы я снял это видео в тот же день, когда я только приехал. Я бы здесь практически толком-то ничего и не знал. Поэтому сегодня будет у нас хороший обзор. Итак, друзья, присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите что-нибудь покушать и поехали. Когда мы только попадаем в нашу так называемую квартиру, мы попадаем в прихожую. Она здесь довольно небольшая, ну как и вся, в принципе, моя студия. Об этом мы сейчас поговорим. Встречает нас вот такой вот трехсекционный зеркальный шкаф. Довольно вместительный, хочу сказать. Здесь я разместил всякие свои куртки, чемодан. Там и гладильная доска стоит, и все, что хочешь. Здесь у меня разная одежда. А здесь, в принципе, я даже ничего не положил, потому что здесь довольно-таки много места, и мне попросту нечего туда ложить. Так, далее у нас ванная комната. Здесь у нас есть душевая кабина. Различные всякие полотенечки, унитаз, стиральная машинка, фен, зеркало и, собственно, раковина. Хочу сказать, что может на камере показаться, что здесь мало места, но я хочу сказать, что здесь все очень комфортно, очень компактно и очень уютно. Мне это очень нравится, я, в принципе, так и хотел, поскольку мне попросту больше там ничего не нужно. Мне нужно, чтобы все было у меня, грубо говоря, под рукой. Далее у нас идет вот эта комната. Здесь у нас вот такой вот прекрасный товарищ. Если не ошибаюсь, его зовут Майкл. Это такие фотообои. И вот такого вот персонажа я вижу, в принципе, каждый свой день. Здесь у меня был диван, который я разложил под кровать. Извините, если что, что не могу показать вам этот диван. Ну, в принципе, диван как диван. Я разложил, очень мягкий, хочу, кстати, сказать, и комфортный, спать прямо на удовольствие. Здесь у нас вот такая вот штука, даже не знаю, как это назвать. Полочки такие, что ли. Я здесь себе просто ложу рюкзак, здесь сумку, если мне нужно куда-нибудь выйти, не нужно брать много вещей. Здесь у меня рабочее место, такой вот стульчик, довольно, кстати, мягкий и удобный. Здесь такие вот штуки, куда можно ставить какие-то там тарелки, чай, там, горячее что-то. Здесь у меня органайзер, ну, собственно, такая вот такая же штука. Органайзер, здесь там ручки иногда ложу, зарядки обычно, наушники, такое. Лампа, когда делаю домашнее задание, то включаю, ну, ноутбук. Здесь такая вот полочка, куда можно что-нибудь положить. Обычно у меня здесь камера лежит. Здесь у меня всякие тетради, там скотч, ну, в общем, такой канцелярия, грубо говоря. Ну, а здесь всякие мои там камеры, крепления. Здесь всякие там документы. И такая кухня. Здесь у меня тоже все компактно. Давайте по порядку. Электрочайник, микроволновка, шухлядки с разными столовыми приборами. Там у меня всякие специи, там соль, сахар и так далее. Здесь у меня всякие там овощи. Здесь у меня электроплита. Кстати, думаю, переезда в Ригу никогда этим не пользовался. Довольно удобная штука, хочу вам сказать. Такая вот раковина. В принципе, нормально. Здесь у меня такой органайзер, если это можно так назвать, для посуды. Ну, а здесь осталась куча незаполненных полочек. Там тряпочки всякие и так далее. Ну, а здесь, в принципе, немножечко посуды. Да и все. Там у меня всякие тоже там специи и остальные приблуды. Ну и все, в принципе, это все. Здесь хочу повториться, очень компактно, но зато очень и очень удобно. Мне не нужно попросту больше. Мне очень удобно то, что я могу сидеть себе за компом,
что-нибудь делать, там тра-та-та. Потом взял себе, поставил чайничек одной рукой, сделал и поставил сюда и пьешь себе чай. Это очень удобно. И, ну, я повторюсь, зачем мне нужно просто больше? У меня здесь есть все. Вот так, друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и до скорых встреч.